Так, давайте пробовать состав от биндера премиум слик вакс и премиум гидрофобик вакс. Замерил уровень блеска изначально 87,5 там и там. Давайте посмотрим, как они по нанесению. Очень прям такой незаметный квик. Он прям вообще высыхает. Вообще высыхает моментально. Даже если вот так его нанести. Вот он начинает сам подсыхать. Вопросов никаких нет. Очень легко. Все просто. Очень гладко. Здесь не гладко, здесь у нас все гладенько. Отлично. Так. Переворачиваем. Берем состав гидрофобик вакс. Нанесли. И проходимся. Аналогично, кстати, он. Вот видно, как он сам начинает испаряться. Здесь все аналогично. Если больше его нанести, вот так на поверхность, вот заметно. Все очень легко уходит. Сам высыхает, в общем-то, без разводов. Замечательно. По гладкости. Ну вот это более гладкий слик вакс, чем гидрофобик. Сейчас замерим уровень блеска. Итак, замерил уровень блеска, что тут 2 единицы прибавил, что тут. То есть по блеску одинаково. Но по гладкости я сказал, что вот этот более гладкий, чем гидрофобик. Кстати, премиум этот слик вакс, он пахнет приятно, чем таким цветочным. Гидрофобик пахнет не очень приятно. Так что вот пока что больше плюсов слик ваксу. Ну, по нанесению подсыхают они оба без разводов, легко располировываются, сами, в принципе, подсыхают. Тут плюс-минус одинаково. Так, ну и давайте смотреть на гидрофобик. Ну, заметно, что гидрофобик вакс отличный и немного уступает слик вакс. Видно, что он немного не справляется, образовывается больше таких вот неровных капель. Видно, как здесь такой пленкой идет, если мы так делаем. На гидрофобик пленка не образуется, сразу же идет гидрофоб. Отлично. То есть название четко оправдывает. Гидрофоб отличный. На слик-ваксе такой вот немного в гидрофил уходит, но тоже очень хорошо. Давайте помоем вручную. Посмотрим, что у нас после шампуня. Шампунь Foam Heroes. Slimy Foam. Ну, в принципе, просто нейтральный ручной шампунь. Ну, даже видно, как он начинает разрывать пленку. Более такой гидрофобный состав. Здесь пленка не разрывается. Ну и смываем, смотрим на эффект. Ну, отличный гидрофобик ваксы. И все то же самое. Быстрый гидрофил на слик ваксе. Вот так вот они работают. Так что шикарные на самом деле составы у биндера. Какой делаем в итоге итог по ним? Наносятся оба одинаково, легко располировываются, сами подсыхают. Без разводов. Здесь все замечательно по нанесению. Запах у слик вакса приятный, аромат у гидрофобик вакса неприятный. Но, в принципе, при нанесении это никак не сказывается. По гладкости слик вакс оправдывает свое название. Он более гладкий, гидрофобик вакс менее гладкий. По уровню блеска они добавляют одинаково. Плюс 2 единицы, да, неплохой блеск и там, и там.
притемнения никакого нигде нету, и по гидрофобному эффекту на гидрофобик вакс также оправдывает свое название. Отличный гидрофоб, после первой мойки ничего не смылось, на слик ваксе гидрофильный такой эффект, но достаточно быстрый. Также после первой мойки тоже не смылось. Ну, из таких вот плюсов, сушиться, например, вот с ликваксом будет побыстрее, потому что, в принципе, вот смотрите, сколько капель у нас здесь осталось, и сколько она осталась на гидрофобном составе. То есть тут кому что, оба имеют свое место, оба классные составы. Если вам нужен классный гидрофоб, то это гидрофобик вакс. Если вам нужен такой вот более универсальный состав с гидрофильным эффектом и больше гладкости, то сликвакс вам больше подойдет. Так, в принципе, оба отличных состава.